Всем привет! И сегодня мы поиграем в Майнкрафт Земля. Он сейчас обновится, но я пропущу это. Это Майнкрафт Земля, да, настоящий ранний доступ. И поиск спутников. Его можно любому скачать, то особенно. Ну, некоторых он не поддерживает до устройства. Что делать? Ну, я не скажу об этом, но. Но я подойду найти телефон, на котором поддерживает Майнкрафт Земля. Да, Майнкрафт Земля это супер какой-то Майнкрафт Земля. Видите, какой я фанат Майнкрафта? Даже Майнкрафт Земля установил. Но я, правда, не знаю, как в него играть. Я научусь у кого-нибудь. И Вов, кстати, уже загрузился. Я вверх камеру поставлю, потому что мне надо следить за записью. Ранний поиск спутников. Понятно. Ну, давайте я пропущу сейчас. Ок, а то мне регистрироваться надо. Ок, и все. Так, вот я зарегистрировался быстренько, и сейчас... Вот, я быстренько реально зарегистрируюсь. Я знаю свою электронную почту и знаю свой пароль. Я знаю. Будь маленько. Так, сейчас. Соединение установлено. Так, ладно. Строить. Приложение. Так, нет. Так. Xbox. Помогла земля, у меня нет. Поиск спутников. А, стоп. Так, нет. Настройка игры. Типа построить вот вместе лучше так видите куда поставим это давайте. Соединение установлено. Видите? Сейчас обратно до карты возвращаемся. Ну, это самый крутой Майнкрафт Земля. Вперед бывает. Там немного дерева надо. Сажим. Давай. У меня, кстати, была она оранжевая, потом ее забанили. И, точнее, это брали, она была у меня раньше, чем ее выпустили. Прикол, через сайт скачал. Соединение какой-то. Установлено. Ну, тук-тук. Карьера. Сменить на стиле. Так, персонаж, собрание блоков. Все. Добавим персонаж, создать. Давайте создадим нашего персонажа. Давайте возьмем каких-нибудь стивов. Так. Когда-то иногда с такими людьми говорим, живем.
что наука должна делать нашу жизнь лучше. Вот только он этого не знает. Значит, надо ему объяснить. Объяснить? У нас сначала нужно найти подходящий аргумент. Мы если дадим скинов свой? Предлагаю решить это мирным путем. Давайте какие-нибудь такие. Нет, страшненькие. Так, теперь выберем глаза вот такие поставим. Ой, не-не-не. Пускай так. Вот такие пускай. Далее, волосы. Не, хотя давайте. В принципе, можно закончить. О, видите, какой у меня персонажик. Теперь у меня крутой персонажик. Тогда я не знаю, как управлять. Так, давайте построим, может, еще что-нибудь. Строить пятый уровень. Сейчас 16 часов ровно. Второй. Смотрите, давайте спасибо, куда-нибудь ее вот сюда поставим. Майнкрафт, да блин. Моя построечка. Давайте ее. Ему такой, нужна энергия ветра, так? Он ее получит. Дополненная реальность. Так, теперь. Пойти обратно на карту. Обратно на карту. Надо пятого уровня достичь. Чтобы его достичь, надо идти поесть. Так, смотрите, какая обзор. Поиск спутников. Давайте на этом закончим. Короткое видео будет, но надеюсь, что хорошо будет. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите, как я подключаюсь. Всем пока, удачи!